Итак, мы приветствуем всех, кто нас видит и слышит. Сегодня очередная онлайн-трансляция на сайте медиахолдинга otv1obl.ru. И мы продолжаем знакомить вас с факультетами Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Сегодня мы расскажем вам о факультете дошкольного образования и о том, какие знания вы получите после обучения, после окончания факультета, в чем особенности обучения и почему сейчас профессия педагога, педагогов в частности дошкольного образования, самая востребованная на рынке труда. Но об этом нам расскажут наши замечательные спикеры. Я представляю вам Ирину Колосову, декана факультета. Можно помахать сразу. Да, декан факультета, кандидат педагогических наук, доцент. Елену Бехтереву, заместитель декана по учебной работе, кандидат педагогических наук, доцент. Здесь же у нас присутствует Борис Артеменко, заведующий кафедрой теории, методики и менеджмента дошкольного образования, кандидат биологических наук, доцент. Ирина Емельянова, заведующий кафедрой педагогики и психологии детства, доктор педагогических наук, доцент. Марина Шацких, или Шацких, да? Да. Выпускница факультета. И Екатерина Степанова, студентка второго курса факультета дошкольного образования. Ну, а начнем, наверное, мы с того, с востребованности профессии. Почему, на какой, как она востребована и почему все-таки к вам сегодня такой поток студентов и абитуриентов на ваш факультет? Ну, вообще, на самом деле, профессия дошкольника – это, на мой взгляд, самая важная профессия, потому что именно у педагогов в дошкольных образовательных учреждениях в руках вот самое начало человеческой жизни, закладываются основы личности. Кроме того, именно педагог-дошкольник, он приобретает азы и, собственно, семейной жизни, потому что сегодня зачастую дети, которые приходят в детский сад в возрасте 4 и 5 лет, они еще не отучены от пустышки, не приучены к горшку, условно говоря, и это тоже работа педагога. И на нашем факультете есть возможность получить вот эти навыки, которые пригодятся, собственно, в воспитании своих детей. Кроме того, вообще система дошкольного образования не только в Челябинской области, но и в стране развивается очень активно. У нас появляются новые вариативные формы дошкольного образования. Сегодня востребованы такие формы, как гувернёрство. Очень развивается система частного дошкольного образования. Поэтому, безусловно, наши выпускники, они очень востребованы. И, собственно, конечно же, и с позиций профессиональных, и с позиций таких вот личных, чтобы научиться воспитывать собственных детей. Вот это важно. Ваш факультет называют один из самых молодых факультетов педагогического университета. Когда вы открылись, и с чем было связано все-таки открытие этого факультета у нас в Челябинске? Дело в том, что наш факультет действительно самый молодой в ВУЗе. Он был открыт в 2002 году на базе Челябинского государственного педагогического колледжа номер 2, когда было заключено соглашение между колледжем и вузом. Ну и, собственно, это связано с тем, что у нас в Челябинске очень востребован, достаточно большая в области система дошкольного образования. Да, самолеты параллельно. Они везут к нам абитуриентов. Безусловно. И, собственно, надо сказать, что сегодня, к сожалению, может быть, мы единственный факультет на всю Челябинскую область, который занимается подготовкой вот именно специалистов системы дошкольного образования. Кроме того, у нас есть еще такая специфика деятельности. Мы очень широко проводим работу по повышению квалификации и по профессиональной переподготовке и педагогов дошкольных учреждений, и руководителей дошкольных образовательных учреждений. Это и в рамках реализации государственных контрактов с Министерством образования и науки Челябинской области, это в рамках реализации грантов, которые мы, собственно, выполняли по заданию Министерства образования и науки Российской Федерации. То есть вот такой достаточно большой диапазон разных функций факультета. С какими профессиями, с какими специализациями выходят ваши выпускники? Основное, конечно, у нас это педагог дошкольного образования и на уровне бакалавриата, и на уровне магистратуры. Кроме того, сегодня актуальны, востребованы профили, двойные профили подготовки. Вот мои коллеги об этом более подробно расскажут. Собственно, мы мониторим ситуацию, и поэтому был период, когда очень популярны были, допустим, специалисты для коррекционных
разных групп. Это логопеды, дефектологи. Были популярны узкие специалисты, например, руководители музыкального воспитания, физинструкторы. Сегодня очень популярен, безусловно, это иностранный язык. И вот тоже целый спектр иностранных языков, которые мы реализуем на факультете. Ну и достаточно серьезное направление – это, конечно же, управленческая деятельность и психолого-педагогическое сопровождение. То есть программы, которые касаются именно вот работы педагога-психолога в дошкольных организациях. Ну, вообще, если говорить о факультете, конечно, у вас несколько направлений, потому что не может студент заниматься только обучением и только, значит, изучением каких-то профессиональных дисциплин. Вообще, можно рассказать, сделать такую общую характеристику, что ли, направлений ваших жизни студенческой? Да, я думаю, что, наверное, все-таки мне, как вот с позиции преподавателя, немножко и по-иному видится студенческая жизнь. Для меня важна качественная успеваемость факультета, важна количественная успеваемость факультета. Важно, чтобы мои выпускники были гордостью факультета. Это так и происходит. Очень приятно, когда приходишь в какой-нибудь детский сад и встречаешь своих выпускников, которые висят на доске почета, например. В детских садах это тоже популярно. Побеждают в конкурсах, безусловно. Причем вот наших выпускников можно встретить на разных уровнях. В Министерстве образования Челябинской области, в Комитете по делам образования города Челябинска, в управлениях образованием Челябинской области в разных муниципалитетах, в дошкольных учреждениях, в центрах развития. Мы сейчас имеем возможность спросить Екатерину, как раз студентка второго курса. Катя, вот скажите, вы когда поступали на вот этот факультет, с каким желанием, во-первых, и с какой целью? Вот для вас была там, не знаю, мечта какая-то, как вы для себя определили вот эту цель? Вот я иду именно на этот факультет для чего? Ну, на этот факультет я пришла для того, чтобы выучить китайский. У нас есть такая возможность, да, именно двойной профиль подготавливает профессионалов, квалифицированных специалистов, вот. Я именно за этим, за китайским языком. Так, вот это очень неожиданно, вот за китайским языком. А вот, Марина, а вы когда поступали, вы же сейчас уже окончили, а вы когда поступали? Зачем, в связи с чем? Ну, я когда поступала, тоже у меня была возможность изучить английский язык, у меня дошкольное образование английский язык, поэтому я считаю, что это такой факультет, который научит тебя в будущем, как вести, как быть будущими мамами, воспитывать своих детей, ну и, конечно же, развитие как педагога вот, в сфере английского языка. То есть это прям очень значимо для меня. Это первый наш выпуск как раз-таки вот этого двойного профиля «Дошкольное образование, английский язык». Мы гордимся очень своими выпускниками, но вот что, на мой взгляд, для меня очень важно, это то, что еще обучаясь на третьем-четвертом курсе, они у нас уже все трудоустроены. Угу. Они прекрасно работают, еще не получив диплома, у них уже есть рабочие места, где их ждут. И, в общем-то, вот такая востребованность, она, конечно, очень приятна факультету. Ну вот, знаете, английский и китайский язык – это действительно самый просто тренд сейчас. Вот буквально недавно у нас прошел форум, значит, российско-китайский именно в Челябинске. И мы говорили о том, насколько нам важен китайский рынок, и что сейчас очень много и студентов, и молодых специалистов выходят на китайский рынок. Опять же, приезжают китайцы к нам, и мы еще здесь ожидаем ШОС и БРИКС, и в общем-то, вот действительно, ваши студенты наверняка будут среди волонтеров, скорее всего. Ну, я думаю, Марина расскажет более подробно о волонтерском движении, потому что у нас очень много звездочек, которые имеют огромный опыт участия в разных форумах. Да, хотелось бы рассказать. Когда вообще я поступала на факультет дошкольного образования, у нас только-только началась формироваться такая команда «Студсовет». И помню, тогда еще председатель, я начала развивать волонтерское движение, она говорит: «Давай ты будешь ответственной за волонтерское движение». И давай. И все как-то так пошло, что сейчас именно наши студенты нашего факультета ездят на различные форумы, реализуют свои проекты, которые они сами пишут, помощь детям, детский клоун. То есть это волонтерство вообще, я считаю, развивает такие качества, как коммуникабельность, мобильность. Вот, кстати, на видео у нас идет сейчас сопровождение, такое интересная такая картинка.
Я участвовала в региональном этапе конкурса «Доброволец России» и прошла на всероссийский, но прошла как участник. То есть вот это было в Москве, и тогда еще Владимир Владимирович присутствовал на нашем форуме и сказал, что 2018 год будет годом добровольца. Вот, поэтому... Было очень хорошо. Также вот у нас студентка нашего факультета была одной из 50, прошу заметить, участников Всероссийского молодежного форума молодежи и студентов. То есть она прошла, это туда не каждый студент может пройти, был отбор очень такой жесткий, и вот наша студентка прошла. К тому же Полина была переводчиком испанского. Да, переводчиком. Это развитие навыков своих, проверка себя на прочность, а умение общаться. Для педагога это очень важно. То есть получается, что человек, который поступает к вам на факультет, он уже сразу попадает в гущу вот этих событий, и в том числе международного уровня, где можно не только проявить свои способности, но и реализовать себя. Да, реализовать себя и приобрести очень много навыков. Вот если говорить о том, что вот все-таки с дошкольного возраста можно ребенка обучить различным языкам. Насколько сегодня вот эта методика преподавания, которую вы, опять же, помогаете освоить своим студентам, насколько она сложная? И какие вот эти методики вы применяете? Ну, прежде всего, конечно же, мы в тесном сотрудничестве с общеуниверситетскими кафедрами, с факультетом иностранных языков, потому что идет вот такая вот параллельная, очень серьезная подготовка и в системе дошкольного образования, и в системе, в сфере преподавания иностранного языка. Сначала, конечно же, безусловно, идет, особенно вот в отношении китайского языка, наши девчонки начинают с самых азов, причем мы вместе с ними учим иероглифы, это очень интересно, очень захватывает. И я думаю, мы попросим позже Катерину прочитать стихотворение на китайском языке. Вот, поэтому идет такая плотная подготовка, сначала языковая. И вот методики, какие-то технологии, они уже начинают осваиваться на старших курсах. Вот, говоря о нашем факультете, мне бы хотелось акцент сделать на тех технологиях современных, которые мы используем в процессе профессиональной подготовки. Это очень важно, чтобы выпускник пришел в детский сад, и он владел оборудованием, которое очень классное оборудование сегодня есть в современных детских садах. Это интерактивные песочницы, вот тоже они будут представлены на слайде. Я думаю, Лена Николаевна более подробно расскажет, потому что на нашем факультете создана такая небольшая метапредметная лаборатория. Это такой вот маленький мини-детский сад, где Лена Николаевна проводит лабораторные занятия со студентами, где они имеют возможность сами превратиться в ребятишек, опуститься на колени и поиграть с этой песочницей, тем самым обучаясь учить потом уже своих воспитанников. Но вообще вот этот стереотип, что вот воспитатель – это такая дошкольного образования, да, воспитатель в детском саду – такая добрая, значит, со стороны детей, добрая тетя, которая все время, ну, в любой момент может помочь, что-то рассказать, значит, сказочку почитать, спать уложить. Вот это воспитатель детского сада. Насколько вот эти стереотипы сегодня рушатся вот, и, ну, в связи с тем, что появляются новые технологии и вообще время меняется в конце концов? Дети меняются. И самое дети главное. Меняются, вот самое, знаете, главное. Вот, когда вы говорите, все эти качества, это вот было очень ёмкое слово «воспитательница». Да. А сегодня все-таки мы говорим о педагоге, о воспитателе. Я думаю, Ирина Евгеньевна даже вот больше нам озвучит характеристики современных детей, потому что они уже практически с годовалого возраста в гаджетах разбираются получше многих взрослых. Да, ну давайте тогда начнем с «как меняются дети», потом «как меняются педагоги». И перейдем к технологии. Дети действительно сегодня меняются, потому что быстро меняется мир. Наша кафедра выиграли грант очень солидный по информационным технологиям. Вот как раз сейчас мы разрабатываем эти методики, каким образом мы будем давать детям цифру в руки, так сказать, да? Но при этом мы с вами должны не забывать, что сознание этой личности надо сохранить, не так, чтобы были киберги ради нас, а не мы ради них. Поэтому вот эта вот ценность детства, она, конечно, безусловна в этом плане. Мы тесно сотрудничаем с комитетом и с форумом «Современный ребенок, какой он?». И вот здесь, конечно, наша исследовательская деятельность, наши богатые труды, которые отвечают сегодня на самые современные запросы, это и феномен дошкольного детства,
и психолого-педагогическое сопровождение, это и вопросы интеграции, это и развитие одаренности детей средствами реконструирования компьютерных игровых комплексов. То есть это вот вся та база, которая становится для студентов стартовой площадкой. Прийти, понять современного ребенка, научиться понимать его родителя, найти с ними контакт. Вот это наша задача. Вот все-таки, Евгения, вопрос я задала такой. Как же меняются дети? Вы сейчас про детей мало сказали. Вы сказали да, о том, да. Да, вот какие дети сегодня? Я больше прорекламировала наш факультет и кафедру, не удержалась, прошу прощения. Это правильно, потому что мы должны понимать, с кем мы. Но если мы не владеем этими компетенциями, то мы и не сможем увидеть те изменения, которые, по большому счету, сейчас приходят. Но если говорить об изменениях, то самая большая эта проблема, наверное, это научиться обучать, развивать детей гиперактивных. Вот детей с СДВГ. Слышали, наверное, такой диагноз, да? Очень многие сейчас детки приходят, им надо двигаться, им надо бегать, при этом мы должны их чему-то обучать. Поэтому сегодня, вот как, например, я и коллеги мои видят современное образование, это обучаемся в движении. То есть, не учимся, сказать, играя. Что все-таки не все дети у нас такие гиперподвижные. Да, ну, очень много таких. Вот, вот я, наверное, сама даже завела эту тему о том, что современные дети – это дети более образованные. Но надо сказать, что все равно дети. И даже 4-5-летний ребенок, видя, он радуется Незнайке, который к нему пришел, понимая, что под костюмом этого Незнайки Марья Ивановна, которая только что кормила его завтраком. То есть вот эти аспекты мы тоже должны обязательно тоже, конечно, эта гармония должна быть. Золотая середина между цифрой и эмоциями, она должна сохраняться, естественно. Но тем не менее, наши дети, вот если смотреть даже с физиологических таких вот каких-то моментов, да, они живчики. И поэтому мы не можем их просто посадить там на коврик или еще куда-то старыми методами учить, да? Это естественно. Поэтому, здесь, мне естественно, кажется, главная да. проблема сегодня – это мотивация этих детей. Вот замотивировать современного ребенка сейчас, ну, согласимся, немного сложнее. И поэтому в помощь нам и приходят вот различные интерактивные технологии. Дети с удовольствием включаются в эту деятельность. И заслуга факультета еще в том, что наши студенты, наши выпускники владеют этими технологиями и спокойно могут прийти в детский сад и реализовать их в образовательном процессе. Потому что мы сами через это прошли благодаря нашей метапредметной лаборатории. Лаборатория, ну, это включает различное оборудование. Очень интересная у нас система «Играй и развивайся». Мы сотрудничаем с компанией «Инновации детям», наша челябинская компания, которые разрабатывают вот эти различные технологии. И вот самый первый продукт, который был, это система «Играй и развивайся». Причем мы сотрудничали не в плане вот даже внедрения их в наш образовательный процесс, а на этапе создания этих комплексов, потому что разработчики делали это с технической точки зрения, а мы эти продукты уже отсматривали на возможность применения в работе с детьми дошкольного возраста. И ну, давали какие-то свои рекомендации, как лучше это сделать. Вот у нас наше сотрудничество даже вылилось в то, что мы общие пособия создавали, печатали различные статьи, проводили мониторинг детей, как включается это в образовательный процесс. И эти технологии вот сегодня можно увидеть здесь вот на слайдах тоже, как дети с этим. То есть основная здесь работа идет интерактивного датчика Kinect. И работа какая происходит? То есть ребенок не статично сидит за компьютером, да, во время вот получения этой информации, а находится в постоянном движении, что, опять же, очень соответствует его психологическим особенностям. Следующий продукт, который тоже был вот разработан и апробирован нами в образовательном процессе, это интерактивная песочница. Песочница – это опять не просто такой какой-то игровой гаджет, а именно образовательный, потому что там разработаны различные образовательные проекты, игровые комплексы для детей разного возрастного периода, от 3 до 7 лет, учитывая их индивидуальные психологические особенности, естественно. Вот на сегодня еще есть интереснейший тоже продукт, это интерактивный скалодром, который
тоже не просто позволяет развивать двигательные навыки у ребенка дошкольного возраста, а включается еще и решает образовательные задачи, что, безусловно, интересно. И вот замотивировать детей такими средствами, естественно, не составляет труда. И при этом сохранить им здоровье. Конечно, да. Да, да, вот еще такой стереотип, да, который, ну, наверное, у родителей развит, когда... чтобы занять ребенка, ну, чтобы он не мешал родителям, или, например, там они наблюдают такую картину, когда тоже воспитатели, чтобы они не мешали их деятельности, значит, они просто либо сажают за какой-то гаджет, либо включают, значит, мультфильм там, или, ну, дают какую-то игру. Вот здесь вот важно научить, видимо, подход, чтобы развивать ребенка, а не просто его успокоить, да? Безусловно. Мы не заменяем традиционные средства дидактики своими вот этими интерактивными технологиями. Мы дозированно включаем их в образовательный процесс. Для этого есть определенные требования, СанПин, в конце концов, который нам дает жесткие установки, сколько минут ребенок определенного дошкольного возраста может взаимодействовать вот с такими электронными гаджетами. Поэтому, все... сколько минут, кстати? Ну, для каждого возрастного периода там 15-20 минут эта работа, она прописана. То есть там младший, средний, старший дошкольный возраст. Это все. Это вот сейчас к чему? Потому что нас смотрит очень большая аудитория, в том числе молодых родителей, которые не только занимаются воспитанием своих детей, но тоже, возможно, будут поступать к вам на факультет. Но есть еще и те родители, которые очень тщательно следят за тем, что сейчас происходит вот именно на педагогическом направлении, как можно детей еще действительно смотивировать и развивать. Потому что можно, конечно, обложить его всевозможными вот этими играми, всевозможными, значит, гувернантками там и так далее, и вводить его в различные там развивающиеся какие-то центры и так далее. Но насколько это будет полезно? Вот, наверное, это самое главное. Вот как вы помогаете сориентироваться, что сегодня полезно, что не полезно, вот в этом плане? Ну, прежде всего, в рамках профессиональной подготовки у нас есть ряд дисциплин, которые затрагивают проблемы именно взаимодействия с семьей. Это очень важно. А вот в новых планах, которые мы сегодня разрабатываем, мы даже выделили ряд практик, в ходе которых студенты будут упражняться, организовывать вот это взаимодействие с семьей. Родители сегодня тоже очень просвещенные люди, но в то же время не каждый родитель готов вот получать какие-то такие нотации, что ли, от педагогов. Поэтому важно, и мы говорим об этом студентам, важно очень аккуратно, тактично вывести родителей на понимание вот сути той проблемы. Безусловно, она не только вот сегодня актуальна, эта проблема, когда дети у нас перегружены. Причем надо сказать, что сегодня вот центры доп. Образования, центры детского развития, они как немножко уходят на второй план, потому что их востребованность становится все меньше и меньше. А родители современные, они, в общем-то, готовы, и вот тоже я уже в самом начале говорила о разных вариативных формах дошкольного образования, в том числе это и лекотеки, так называемые, когда родители, воспитывающие детей в семье, они имеют возможность и право прийти в любое дошкольное образовательное учреждение, получить консультативную помощь, нужную, полезную, необходимую. Это тоже новое направление, которое, безусловно, нельзя не учитывать. А помните, Ирина Викторовна, к нам обращались хорошие новости от родителей. Сколько же там было вопросов? 100, что ли, самых популярных вопросов от родителей дошкольников. И вот мы тогда разбирали их, смотрели и со студентами обсуждали эти моменты, чтобы шагать ногу со временем. Угу. Ну вот Борис Александрович у нас так очень скромно слушает. У нас в большей степени женский факультет. Да. Ну, во-первых, да, вот это вот, ну, так скажем, отбор по гендерному признаку, да, это одно. Как попадают все-таки в эту... вот в этот коллектив мужчины, почему, что вот вас мотивирует? И мне хотелось бы задать вам чисто профессиональный вопрос по
тем программам обучения, которые сегодня существуют на рынке. И наверняка этим программам вы обучаете своих студентов, потому что они должны знать, с чем они работают, и опять же подбирать каждому ребенку или к тому дошкольному учреждению, в котором они будут потом работать, значит, вот специализироваться на какой-то определенной программе. Ну так. Да, конечно, мы обучаем студентов тем современным программам, которые сейчас существуют у нас. Каждая дошкольная образовательная организация получила возможность разрабатывать свою основную образовательную программу. И уже мы, студентов, вынуждены были перестроиться самостоятельно и обучать студентов также проектировать образовательные программы. Потому что, когда они приходят в дошкольную образовательную организацию, они должны уметь это. У каждого педагога есть возможность разрабатывать, не только работать по той программе, которую детский сад реализует, но и предлагать свою образовательную программу. На факультете у нас были разработаны, например, программы, реализующие региональный компонент. Вот наш дом «Южный Урал» программа была. Это региональный методический комплекс, да, с приложениями, с которые есть в каждом дошкольном учреждении, да, Челябинской области сегодня. Вот, насколько вообще сложно разработать вот какую-то образовательную программу? И что вы там учитываете? Вот, какие-то такие реперные точки? Вот программа «Наш дом. Южный Урал». На что вы там обращаете внимание? И как ориентируете ребенка, чтобы он потом понимал, что Южный Урал действительно дом? Ну, программа, конечно, составляется с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования для определенной образовательной области, их 5 этих областей. И программа, поскольку учитывает эти области и региональный компонент в целом, то дети знакомятся с бытом, например, одного края Урала. Да, причем Урал, конечно, выделено как Южный Урал, да, мы исключили, например, Полярный и Средний. Вот. Но мы проживаем с вами на территории Челябинской области, Курганской области у нас студенты учатся. У нас студенты обучаются из Тюменской области, да, их Ханты-Мансийского и Мало-Ненецкого автономных округов. Вот, программа учитывает. Дальше программа учитывает природу, конечно, родного края и ознакомление детей с животными и с растениями. Программа учитывает какие-то национальные наши традиции тех народов, которые проживают на территории Южного Урала. Ну, стандартные, ну, да, это, конечно, русские, башкирцы, украинцы, да. Да. А еще какие программы? То есть это вот чисто патриоты, это патриоты наши. Это действительно, да, основа патриотического воспитания, да, да, классика, да, жанра, безусловно. Ну, кроме того, коллективом нашей кафедры разработаны программно-методическое сопровождение, например, для программы вариативной «Радуга». Вот Ирина Геннадьевна Галянта, она специалист по музыкальному развитию детей дошкольного возраста. И данное методическое сопровождение очень сильно востребовано не только на территории Челябинской области, но я, наверное, не буду громким, если скажу, территории Российской Федерации, поскольку оно издано в издательстве «Просвещение» и является рекомендованным для использования педагогов. Я хочу подхватить разговор о 5 образовательных областях, которые в стандарте появились. Я думаю, что специалисты меня поддержат, что, собственно, стандарт у нас, система дошкольного образования появилась у самых последних, совсем недавно. И мы пока еще вот как-то учимся с ним жить. Mm-hmm. И вот 5 образовательных областей, которые есть, они знаменуют собой основные направления развития ребенка в дошкольном возрасте. Например, это речевое развитие, художественно-эстетическое. И, собственно, вот Борис Иванович показал, что в рамках каждого направления наш факультет, наши преподаватели и студенты обеспечивают как раз-таки вот создание некого такого методического сопровождения, да, по каждому направлению. Это вот какие-то наработки, это обобщение, безусловно, опыта работы педагогов. А вот опять-таки похвастаюсь, наверное, да, потому что у нас очень качественно работают преподаватели, и причем это все вот связано с большой практической деятельностью, потому что наши педагоги, они ежегодно являются членами жюри самых разных конкурсов.
конкурсов. И это областной конкурс «Педагог года в дошкольном образовании». Это наши местные муниципальные конкурсы, городской конкурс «Почемучек», например, и так далее. То есть вот Ирина Евгеньевна, например, она разработчик заданий городского конкурса «Почемучек». Наши преподаватели являются членами жюри. Кроме того, вот та деятельность по повышению квалификации, о которой я уже говорила, она связана с тем, что в процессе подготовки или повышения квалификации педагогов области мы имеем возможность собирать вот этот вот опыт, вот эти все изюминки, которые есть, и потом уже непосредственно их транслировать и в профессиональной подготовке, и в повышении квалификации. И, собственно, вот те методические пособия, часть их, которые мы принесли, они отражают вот именно эти аспекты деятельности факультета. Но студенты, они тоже осваивают вот эти все методики? Да, конечно, безусловно. А есть какая-то практическая часть вот вашего обучения? Наш учебный план предполагает обучение различным методикам. То есть у нас большой методический блок, и этот методический блок реализуется как по профилю дошкольное образование, так и по второму профилю иностранный язык на сегодня. Либо английский, либо китайский, потому что мы предоставляем такой выбор. Они поступают на программу дошкольное образование иностранный язык, и уже вот в ходе зачисления на факультет они выбирают тот язык, который они хотят изучать. Либо английский, если они продолжают, да, усиленно заниматься этим языком, либо китайский. Китайский есть возможность даже начинать вот с начального уровня. Да, и вот Катя, я думаю, что расскажет, да, вы когда пришли, у вас начальный уровень был языка, а сегодня студентка второго курса абсолютно может нам прочитать стихотворение на китайском. Если позволите. Мы туда послушали, Катя. Я отрывочек только прочитаю, оно очень большое, там 7 шестеростиший, я прочитаю только одно. Чхэн чжэ йоу чжэ сан, ду цэ фан хуан цай, йоу чхан, йоу чхан, йоу чи ляо дэ и сян. Все, мы все. А что? Это стихотворение автора Тай Ван Шу, оно датировано 1967 годом. Называется на русском «Дождливая аллея». Это про девушку, которая скучает по мужчине своему. Такое романтичное, немножко фантастическое стихотворение. Приходите к нам, выучите. Я бы вас вижу уже в кимоно, знаете, прям замечательно. Ну вот скажите, за сколько времени вы освоили вот этот китайский язык? Ну, уже, думаю, на первом курсе уже стало полегче, прям привыкаешь к нему. На самом деле, все не так страшно, как, может быть, кто-то думает или говорит. Все намного проще, если просто стараться и делать то, что тебе нравится. Mm-hmm. Я уже вот полгода назад общалась с китайцем, я набралась смелости, мне удалось пообщаться с настоящим китайцем, и было очень приятно, когда он сказал... Она меня понимает. Вот это было очень круто. Это да, это высшая цена. Поэтому, да, вообще, я всем советую. Но вот теперь о методиках. Насколько, значит, вот я говорю, я всем задаю этот вопрос, как сложно, насколько сложно учиться на факультете дошкольного образования? Ну, поддержу вот разговор Лена Николаевна об учебном плане. План построен так, что сначала идет теоретический блок, затем идет блок практический, когда мы в ходе занятий со студентами пишем конспект, обсуждаем ситуацию, анализируем видеозаписи каких-то занятий, а потом начинается самое интересное, они идут на практику. Причем, вот Борис Александрович говорил или не говорил, но у нас очень много сетевых детских садов, школ начальных, причем это лучшее образовательное учреждение Челябинска, с которыми у нас заключен договор, они являются базами практики. И студент в течение года, он несколько раз имеет возможность пожить в детском саду. Причем практики разного уровня. Начальные практики, это наблюдательские, когда они просто выходят, смотрят со стороны, что делает педагог. Причем вот тоже весь спектр должностной в детском саду. Начиная от помощника воспитателя, и на старших курсах они у нас уже проходят управленческую, методическую практику, пробуя себя в роли заведующего, заместителя заведующего, работая с педагогами. Есть большой блок. И он, наверное, самый ценный. Это самостоятельная практика. Причем тоже она членится по видам деятельности. Отдельная практика, которая идет в течение учебного года, когда идут занятия, студенты проводят всю эту работу. Причем преподаватели курируют, наблюдают, оценивают деятельность студентов. Отдельный блок вот начинается с понедельника. У нас практика летняя, потому что это совершенно другая жизнь летом в детском саду, когда нет занятий, когда только оздоровительная работа, развлекательные мероприятия. Студенты в это вовлекаются. И поэтому
Поэтому, да, безусловно, методики сложные, но вот если вот эта система реализуется в полном объеме, система подготовки, то проблем нет. А вот мне прям хочется спросить, а как, какое количество юношей стало к вам поступать? Вот все-таки это вот действительно тоже тренд, да? Потому что мужчины-педагоги – это совсем совершенно другие. И вот мы даже на нашем телевидении мы снимали несколько сюжетов о том, какие замечательные воспитатели в детских садах именно мужчины. И к ним дети тянутся, и больше эффект получается. Это особенность возраста, да. Действительно. Ну, вот знаете, у нас мы только начинаем потихоньку набирать обороты по линии подготовки дошкольников мужчин. Почему? Хотя... Мы уже выпускаем, Ирина Викторовна, магистратуру. Вот традиционно у нас просто на заочную форму они принимают. Больше мужчин на заочной форме обучения, хотя в магистратурской программе уже мужчина у нас выпустился. И сейчас у нас есть мальчик на первом курсе на дневной форме обучения на бакалавриате. Вообще, вот, наверное, да, такая обидная закономерность. Вы правы, потому что дошкольники, они более чутко реагируют именно на мужчин. К тому же, ну вот негативная немножко сторона, очень часто у нас достаточно много неполных семей, и детям не хватает именно вот мужского внимания. Но надо сказать, что вот у нас в Челябинской области, по моим сведениям, ну, по крайней мере, в прошлом году у нас было порядка 10 мужчин-педагогов на всю Челябинскую область. По-моему, трое это музыкальные руководители. Причем, вот, ну, насколько я знаю, в Ашинском районе у них потрясающий музыкальный руководитель, который из рук баян не выпускает, и дети просто от него не отходят. Есть педагоги, которые непосредственно работают воспитателями. Тоже несколько, вот даже при вот, ну, профессиональном взгляде, да, понимаешь, что это здорово, но немножко шокирует, когда заходишь в группу, сидит мужчина, вокруг него девчонки, они вышивают бисером. Это здорово, это здорово. Не очень привычно. Непривычно, но зато это реально здорово, и поэтому... Поэтому, ну вот, есть надежда на то, что у нас будет прирост гендерного признака. Но если говорить о вашем преподавательском составе, опять же, ну вы уже немножко коснулись этого. Не удержались. Да, но тем не менее, хотелось бы вот уточнить, какого уровня, да, и на чем специализируются в основном ваши преподаватели? Ну, у нас факультет не такой многочисленный, как многие факультеты вуза. У нас 4 доктора наук, 20 кандидатов педагогических наук. Ну и, собственно, каждый вот курирует какое-то свое направление. Это ваш небольшой коллектив, часть вашего. Это вот кафедра часть как раз кафедры. Да, я прокомментирую, Ирина Викторовна? Да, пожалуйста. Да? Это часть заседания кафедры идет. Мы учимся... Педагогики и психологии детства. Мы учимся здесь активным формам обучения студентов, сингапурские технологии осваиваем. Приглашали в гости других членов кафедры. Вот это наши звездочки. Сингапурские технологии, а вот китайский язык, сингапурские технологии. Почему вот именно такие тоже технологии применяются? Мы ставку сделали на практико-ориентированное обучение студентов. То есть это вот, вы спрашивали меня про современных детей, да, современные студенты, они же тоже дети, да? Поэтому, по большому счету, мы тоже ищем пути, как им во время лекции, допустим, да, друг с другом больше общаться, снимать какой-то вот слой первоначального понимания, там, о чем шла речь, да. Поэтому они двигаются, рассказывают, не только слушают лектора, они... Да, я качаю головой, потому что это на самом деле так. Интересно очень проходят пары в университете, мы... Редко, ну не редко, но у нас часто интерактивные такие формы проходят, где мы должны общаться друг с другом, ходить. Осмыслять то, что да. Сейчас преподнесено, да, понимать это, заучивать в какой-то степени, чтобы легче пошел следующий пласт материала. Ну вот это с целью более практико-ориентированного коммуникативного такого обучения. Так. Вот у Александровича кафедра немножко другая. Да. У нас кафедра методики и кафедра управления одновременно. И мы, конечно, стараемся постоянно обновлять свои кадры. То есть, когда, конечно, хорошо, когда 100% остепененность на кафедре. Да, хорошо, когда высококвалифицированные специалисты. Но, к сожалению, если мы будем постоянно в таком состоянии все держать, да, будем опираться только на те силы, которые у нас есть, то потихоньку это состояние будет стагнироваться. Да. И, к сожалению, в состоянии стагнации не будет развития. Поэтому, конечно же, из числа наших выпускников, очного и заочного, в общем-то, отделения, мы смотрим наиболее перспективных
и даем возможность непрерывного развития. То есть программа бакалавриата, потом программа магистратуры и затем программа аспирантуры. У нас как раз вот Ирина Евгеньевна является руководителем аспирантуры по дошкольному образованию, по методике дошкольного образования. Поэтому при желании, при сформированных знаниях, при любви к профессии, конечно, можно состояться и как преподавателю высшей школы. И как ученый. Угу. Да. То есть непрерывность и возобновление кадров – это тоже стоит в приоритетах развития факультета. И приятно, когда среди молодых преподавателей наши выпускники, которые учатся в аспирантуре и работают вот у нас. Вот на фотографии, кстати, по центру опыт. Алена Сергеевна. Ну, я. Да, Алена Николаевна. Выпускница факультета. Слева тоже Ирина Николаевна. И вот у нас за кадром наш технический сопровождающий Александра, тоже наша выпускница, учится в магистратуре и вот уже... преподает. И пробует себя, пробует как себя в качестве колледжа. Преподавателя. Да. А, хорошо. Вот еще ваша кафедра. Кафедры нет. Я работаю на кафедре Бориса преподаватель моей кафедры. Да. Здесь одна кафедра. Да, но вот тебе еще хотелось бы все-таки вот о научной деятельности, вы уже тоже, уже немножко мы этого коснулись, но тем не менее, вот как студенты могут себя развивать и на какой уровень они выходят? Они могут принимать участие, там, я не знаю, защищать свои диссертации где-то там на московских кафедрах, там, привлекать каких-то других ученых и так далее. Безусловно. Вот научная жизнь очень большая. Я только, наверное, анонс, а уже более содержательно Марина и Ирина Евгеньевна расскажут, потому что у нас есть научно-студенческое общество и на уровне факультета, и на уровне университета. Кроме того, это одна из номинаций именных стипендий, то есть когда у нас в ВУЗе студенты получают именные стипендии дополнительные, повышенные за то или иное направление деятельности, вот научная деятельность входит в их перечень. А наш факультет, он, собственно, является организатором Всероссийской олимпиады по дошкольной педагогике и психологии. Они, наверное, Ирина Евгеньевна расскажет лучше. Ну и, собственно, вот Марина пояснит все возможности того, как студент может печататься, публиковаться. Пожалуйста, Марина. Да, вот международная конференция психологии 21 века. Научная жизнь довольно глубока. Прародительницы, Саш, найди, пожалуйста, Людмилу Владимировну Трубайчук. Науки на нашем факультете была... вот эта красивая, интересная женщина Трубайчук Людмила Владимировна. Она принесла нам эту струю, когда мы вместе со студентами, с курсовой работы начинаем раскручивать какую-то актуальную, очень интересную, долго востребованную тему. И постепенно курсовая перерастает в квалификационную работу, потом в магистерскую диссертацию и, наконец, в кандидатскую диссертацию. Этот путь прошел не один выпускник нашего факультета. Это, конечно, достойно уважения. Людмила Владимировна открыла диссертационный совет в нашем университете, где можно как раз защищать диссертации вот именно в области дошкольного образования. И в нашем совете защищались такие звезды, как Бунеева Екатерина, например, да, это школа 2100, авторы программы Чиндилова Ольга Васильевна и другие звезды Российской Федерации, Коломиченко Людмила Владимировна. Это, в общем-то, все наши партнеры и друзья, поэтому круг нашего научного общества очень, очень широк. И связи эти крепки. Для того, чтобы студенты состоялись в науке, конечно, проводится немало работы. Одна из них – это, например, анализ проблемных зон образовательных организаций города Челябинска, когда вместе с ОНЦ проводится эта большая работа, делается ранжирование тем актуальных, востребованных, и эти темы разрабатываются вместе с работодателями. Вот здесь Оксана Геннадьевна вместе с научным студенческим обществом показывают свою первую книгу. Это сборник научных трудов наших студентов. Ежегодно эти публикации у нас проходят. И получается, что студент за год может печататься несколько раз. Это и в нашей традиционной международной конференции «Актуальные проблемы дошкольного образования». Это и в рамках Олимпиады
по дошкольной педагогике и психологии мы проводим конкурс обязательный научных статей студентов и формируем сборник. И вот настолько, видимо, эта жизнь интересна студентам, детям нашим, что и еще один сборник выходит в рамках факультета со студенческими статьями. Олимпиада всегда живая. Основательница ее была Людмила Владимировна Трубайчук. И Олимпиада до сих пор жива. Приезжают люди не только вот из ближайших, да, каких-то университетов. Это и Якутия, и Сургут приезжают к нам. Потому что мы здесь всегда живые. Мы стараемся так, чтобы и индивидуальные конкурсы были очень мощными, и коллективные конкурсы были очень востребованы. В этом году, допустим, мы проводили конкурс стартапов. Как здесь и сейчас, зажечь идею до продажи, так, чтобы она была интересна детям дошкольного возраста, воспитателям, родителям, формировалось свое сообщество. И вот студенты наши в рамках научной деятельности, они общаются не только со своим факультетом или факультетами в рамках других инновационных наших проектов, но и это уже сотрудничество, в общем-то, по всей России у нас расползается. Возможностей на самом деле много. Сегодня очень актуальны онлайн-олимпиады. Вот мы, кстати, заняли первое место в Сургуте. Я думаю, что вот самое важное для студента, и девчонки меня поддержат, это не спать и не лениться. Потому что огромное количество интересных дел, интересных мероприятий, в которых можно себя проявить, в которых можно себя найти. Если учеба мешает спать, то, значит, не надо такую учебу. Лучше идти спать дальше. А все-таки, кто выбирает учебу, тот действительно достигает и карьерного роста, и профессионального роста, и личностного роста. Безусловно. А достойная карьера без науки невозможна. Вот. С этим трудно не согласиться, правда? Конечно же. Ну вот еще, конечно, хотелось бы, если говорить о том, как к вам поступить, насколько высок, вот даже по прошлому году, ваш проходной балл? Каждый год балл меняется, проходной. Кроме того, в этом году у нас новые стандарты, и поэтому новые профили подготовки. Собственно, традиционно русские обществознания, математика, они есть каждый год разные, но вот средний балл, например, в прошлом году, проходной балл был 173 балла. Ну, тоже особо. Нельзя похвастаться, что самый высокий по вузу. Но, в принципе, я думаю, что стыдно нам за наших абитуриентов не бывает. Это как раз вот о востребованности, опять же. И вы чувствуете вообще интерес вот к вашему факультету непосредственно? Вот можно я отвечу на этот вопрос, да. Ирина Викторовна? Пожалуйста, можно? Мы еще как чувствуем интерес к нашему факультету? Потому что интерес проявляют вузы заграничные к нам, например. В почту могут постучаться коллеги, вот сейчас представлена на слайде фотография. Это Бухарский государственный университет, Узбекистан. Им интересен наш опыт, наша практика, наши идеи, наши методики, наша наука. И мы в сетевом взаимодействии теперь с этим университетом. Наши студенты будут участвовать в академической мобильности между вузами. Опыт у нас такой уже с вузами Казахстана был. Это вот я показываю в Узбекском детском саду мастер-класс после лекции. Мне бы хотелось пояснить академическую мобильность. Вот буквально в прошлом году учебном студенты из Казахстана, из педагогических вузов Казахстана проходили у нас вот как раз-таки обучение. В течение целого семестра они приехали на третий курс, вместе с нашими студентами посещали занятия, ходили на практику. Ну и, собственно, вот мы очень мирно расстались, нам всем это все очень понравилось. Поэтому, да, может быть, в планах, что наши студенты тоже когда-нибудь поедут в Казахстан. Или в Узбекистан. Или в Узбекистан. Это первый пока шажок у нас вот в рамках такого международного сотрудничества. Это очень интересный образовательный императив. Совершенно другой взгляд, понимаете, да, на сущность, может быть, вот самого воспитательного процесса. А сегодня к нам приезжают из Китая поступать в аспирантуру, сдавать экзамены. Поэтому интерес достаточно широкий. Вообще вот все-таки 45 минут держать ребенка в постоянном внимании. А вот это очень... Переключать ребенка. И не 45 минут. Много это внимание, действительно. Но понятно, что вы учите тому, как переключать это внимание и его постоянно держать вот в поле зрения, да?
насколько это вообще возможно такое? Ну, значит, вам нужно самим через это все пройти, да? Вот когда ваши, вы уже сказали, что ваши уроки, ваши занятия, они такие тоже очень мобильные, очень постоянно в движении. Какие методики тоже вот применяются? Вот вы уже про сингапурскую сказали методику. Еще. Ну, Елена Николаевна достаточно хорошо осветила, подхватила меня в этом вопросе. Ну, вот эти вот, да. Интерактивные, да. Ну, вообще надо понимать, вот, что методический блок подготовки в области дошкольного образования — это такой блок, когда на всех занятиях лабораторных, практических, студенты отрабатывают элементы образовательной деятельности, которые они будут с детьми проводить, на себе. То есть они вот друг на друге, мы собираемся репетиция такая. Ну и как бы, да, получается, репетируем образовательную деятельность, то, с чем мы выйдем на детей. Мы должны сначала отработать здесь и сейчас, а только потом с этим пойти к ребенку. Еще и специфика дошкольного образования. Вот у нас нет уроков, как в школе, 45-минутных. У нас нет четкой дифференциации. Вот это урок русского языка, вот это урок окружайки, а вот это математики. У нас все 5 образовательных областей, они очень тесно переплетены. Любое занятие, будь то занятие по ИЗО деятельности, лепка, аппликация, рисование, занятие по математике в детском саду, оно содержит элементы физкультуры, обязательные физминутки, пальчиковые игры. И поэтому студент, он вот как в букет собирает вот эту свою методическую грамотность. Складывая элементы каждой методики, он уже изначально готов к тому, что, придя в детский сад и проводя занятия, он должен знать все методики абсолютно, потому что они здесь сейчас ему пригодятся. Универсал такой получается. Я вот еще хочу такой вопрос: постоянно быть в движении, постоянно обновлять свои знания, постоянно даже во время занятий применять различные вот эти вот методики. Сейчас вот это подойдет, сейчас, а вот сейчас вот. Вот гибкие компетенции 21 века. Как уберечь себя от профессионального выгорания? Потому что вот именно эта сфера, наверное, постоянно требует такого вот... Ну, действительно. Для профессорско-преподавательского состава это легко. Надо просто прийти в детский сад. А вот есть ли у вас какие-то методики, которые помогают вот именно людям, которые на заочном обучении обучаются, уйти от этого, чтобы постоянно быть с горящими глазами, опять же, приходить к детям и все время вот как зажигалочка? Мне кажется, тут нет особого секрета. Нет. Главный секрет – это ребенок-дошкольник. Потому что когда ты приходишь, даже уставший, даже расстроенный какими-то проблемами, и заходишь просто в группу дошкольников, жизнь меняется. Тучи расходятся, это правда. Это, наверное, вот такой энерджайзер, вот именно сам дошкольник. И поэтому, вот даже, да, безусловно, специфика заочного обучения, она велика. Потому что у нас, как правило, учатся люди, которые возрастные, которые уже работают в дошкольных образовательных организациях. Елена Викторовна, но мы же их в проекты берем в свои. Ну, там у них обновление, безусловно, оживление. И специфика-то, видите, в том, что заочное обучение, оно такое вот сессионное. То есть не как дневники, вот целый день, каждый день в системе, а это, и вот на самом деле иногда смотрю на студентов-заочников, приезжая в Челябинск на сессию, они поначалу немножко, да, есть, видимо, какое-то эмоциональное выгорание, потом начинают гореть глаза, потому что они вот вовлекаются в этот процесс, участвуют абсолютно во всех делах наших и в каких-то конференциях. И в то же время они тоже дают нам обратную связь, потому что они практики. С ними вот даже мне как преподавателю гораздо легче и интереснее общаться, потому что идет обмен опытов. Не просто трансляция информации, а именно разные опыты, которые обсуждаются, и какие-то находки. И это здорово. Поэтому вот, кажется, вот дошкольное образование – это та система, которая циклична. И вот эта энергия, она то в одном направлении пошла, то в другом. И поэтому все вот такие живчики и такие вот... Мы с ними делимся знаниями, они с нами опытом. Ну еще, конечно, хотелось бы добавить, что педагог дошкольного образования – это все-таки призвание, это любовь к детям в первую очередь. И поэтому, если это есть у человека, он этим живет, живет всю жизнь. И даже они, наши студенты и дневного, и заочного отделения, ну вот не дают нам остановиться, потому что им всегда все интересно, им всегда все хочется, особенно заочное отделение. Это всегда с тебя что-то просят, а еще давайте это посмотрим. Взрослые дети. Да, да. И вот это вот постоянно идет вот обмен этим, этой информацией, это, конечно, вот дает огромный стимул для развития и нас, как профессорского преподавательского состава тоже.
Я бы еще хотела заметить, что вот студенты, которые к нам приходят, они даже вот скромные девушки, они раскрываются по-новому. Вот на практику мы выходим, мы же приходим к детям, мы артисты, мы должны прям показать, улыбнуться, сказать «Здравствуйте, дети! Здравствуйте, ребята!» И вот Ирина Евгеньевна нам всегда говорила, что каждый раз нужно здороваться по-новому, да? Менять тон, чтобы переключать какие-то эмоции, чтобы дети все это видели. Конечно же, мимика важна тоже, как для педагога, для нас. Поэтому у нас студенты участвуют не только вот в учебной, да, деятельности, но у нас много ребят, которые ездят в лагерь. То есть они вожатые. У нас факультет по численности бойцов превышает другие факультеты, поэтому они постоянно оттачивают свое мастерство на младших вот школьниках даже, на дошкольниках, куда-то ездят, какие-то праздники. У нас очень много ребят-аниматоров. То есть это... до эмоционального выгорания далеко. Да, далеко. Театральная студия. Да, да. Детская Арлекин. Это тоже отдельный проект на факультете, когда студенты участвуют, готовят спектакли, выходят с этими спектаклями и в детские дома, в онкоцентры, в различные медицинские учреждения выходят. И, ну, можно сказать, у нас даже очередь из желающих выстраивается. Вот они на слайдах, какие все замечательные. И идем с этими проектами, и все говорят: ой, давайте к нам, придите, пожалуйста, мы вас ждем с прошлого года, нам все понравилось. То есть здесь в любом случае можно развить все свои, реализовать все свои способности, и на основе этого еще и разработать какую-то новую методическую программу. И не выгореть. Вообще дошкольное образовательное учреждение – это особый мир. Вот сейчас вспомнилось о студентах, когда говорили, у меня был такой интересный случай на практике. Я пришла посмотреть, как студенты проходят практику. И одна из студенток, причем еще начальные курсы, она сидела с детишками и строила из кубиков там какую-то постройку. Дети переключились на меня, отошли, мы стали с ними общаться. А она как сидела, продолжала строить эту постройку. Так и строила. То есть, знаете, вот такой релакс. Она получила огромное удовольствие. Это правильно. Есть, вот в детском саду есть возможность поиграть, а мы же все в душе дети много-много лет, и поэтому это здорово. И поэтому мы сейчас уже в завершении нашей онлайн-трансляции, вот просто ваше такое напутствие, да, почему все-таки сейчас нужно, вот те, кто еще на пороге, ну, уже вот прямо вот после нашей трансляции, я думаю, пойдут к вам, почему нужно, не задумываясь, просто брать документы и уже сдавать их все, чтобы получить обучение на вашем факультете. Можно я начну? Давай. Да, давайте. Я недавно совсем поступила, относительно, 2 года назад. Я боялась очень этой студенческой жизни, это что-то все-таки новое, следующий этап. И я советую идти сюда именно, потому что здесь мы как семья. Наш факультет относительно небольшой и молодой, и поэтому все здесь друг друга знают, помогают, всегда поддержат. Ну, я приглашаю, конечно же, на наш факультет, потому что у нас здесь очень интересно, весело, и мы всех, абсолютно всех, рады и готовы принять в нашу большую семью. У нас все очень просто. Наши абитуриенты могут быть уверены, что после окончания факультета это 100% трудоустройство, это возможность профессионального роста и карьерного роста. Поэтому... если уж к нам придут, то точно не пожалеют. Не пожалеют никак. Да, Ирина. Я бы сказала так. Это факультет больших возможностей. Это факультет широчайших горизонтов. И это факультет невест. Это очень важно. Так, Марина. Ну, я хочу сказать, со стороны как студента, выпускника, очень, конечно, жаль, что я выпускаюсь, что все уже, моя студенческая жизнь, конечно, на этом не заканчивается, но уже не будет такого драйва. Я хочу сказать, что у нас все педагоги поддерживают студентов в их начинаниях, и то, что здесь ты можешь раскрыть себя по-новому. И мы очень все доброжелательно относимся ко всем и всегда рады помочь. Поэтому спасибо большое моему факультету. Я очень люблю его. Оставайся во всех проектах. Я повторюсь, наш факультет – это не только профессиональная школа, это школа жизни, которая нужна каждому. Поэтому мы рады всем.
Готов стать родителем. Да, мальчики и девочки, да? Ну все, мы будем ждать. И вы потом нам расскажете, сколько пришло к вам наших слушателей и зрителей, потому что, ну, уже убедили в том, что нужно идти к вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.